Конечно, деньги есть. Прошу тебя, помоги мне, а то я там документы мои, понимаешь, я не знаю, что делать, как, куда идти, куда, что делать, как я могу забрать? Смотри, ситуация такая, я понимаю, но смотри, меня человек просит, проблем никаких не будет. В плане проблем? Алло. Ну, прямо смириться с ним. Ну, прямо. Ну, так каких проблем, если ты, у тебя есть моя сумка с документами? Слушай, меня человек просит тебе вернуть, я же тебе говорю, давай встретимся, только что без всяких проблем, договорились? Нет, да, смотри такое. У тебя моя сумка есть с документами на мою фамилию? Да, я же сказал, да. Есть, да. Да, это точно. Это ты, ну. Сейчас встретимся, послушай, сейчас встретимся. Есть документы, да? Да, документы, все, кроме денег, понял? Денег там тут нету. Да денег там и не было. Ты если нашел, то ты без денег нашел, потому что там не было денег. Без денег. Смотри, без денег, да? Да, за документы хотят 2000. Если сейчас тоже давайте встретимся, то чтоб не было проблем, ни милиции, ничего, договорились? Нет, а как тебе 2000 передать? Да, встретимся, сейчас говорю. А? Встретимся. А скажи мне, а какие там документы? Потому что если ты нашел, как я могу знать, что это именно те документы? Именно как ты знаешь, что ты ту сумку нашел? Ну ты же нашел документы. Вот какие документы? Ну назови мне хоть один документ. Паспорт. Ну хорошо, паспорт. Скажи мне серию и номер паспорт. Номер хотя бы скажи. АМ-06-R. А нет, товарищ дорогой, не то, не та серия и не тот номер. Не мои, да? Ты деньги с людей не вымогай, а то этот негатив тебе в жизнь все равно.